Друзья, привет! Фикс прайс, Калантай 30, Санкт-Петербург. В этот день я снимаю в двух магазинах, Калантай 24, но там сейчас переучет. Так что завоз товара нового будет в воскресенье. И можете приходить покупать новинки только в понедельник. Так что смотрим, что появилось на Калантай 30. Приятного вам просмотра! В этом магазине также появились копилки «Накопи на мечту». Надо зачеркнуть все цифры и накопите 50 500 рублей. Система очень простая. Очень много дизайнов. Россия 199 рублей. Подсвечник на две свечи. Вот такой красивой оригинальной формы. Это окрашенная сталь. Есть золотые и черные. 79 рублей. Или сладкие календари, волшебная загадка в каждом окошке. И еще в каждом окошке фигурные изделия из глазури. А на обратной стороне есть задание, надо вырезать вот такие вот картинки, герои из мультфильмов, продеть веревочку и повесить такое украшение на елку. Есть очень много вариантов, 99 рублей. Для девочек появились новые резиночки, в наборе 5 штук. Резиночки разноцветные и на них цветочки. 59 рублей. Сапоги женские, голубые и серые. Очень-очень легкие, сделаны из ЭВА. Размер 36-40, произведено в России, 349 рублей. Сюда также привезли длинные носки на искусственном меху. Очень много дизайнов. 249 рублей. Носки женские, 67 хлопок и полиамид. Вот такие неяркие, я думала, даже мужские. 79 рублей. Еще вот такие носки тоже, оказывается, это женские. Также 79 рублей, такой же состав. Расцветки, как мужские. А вот это носки мужские, здесь 7% шерсти, акрил и полиэстер. Размер 41-45, 99 рублей. Но не было этого порошка, вот подвезли порошок для чистки комод, эффективный для удаления жира, не содержит хлор. 59 рублей. Новинка, пятновыводитель универсальный с распылителем, быстро удаляет застарелые и свежие пятна. 250 мл, город Казань, 99 рублей. Мочалка японская 30 на 90 сантиметров с эффектом пилинга и массажа. Мне очень нравятся такие мочалки, они длинные и жесткие. Материал нейлон, 55 рублей. Тряпочки для уборки, посмотрите, какие они симпатичные. Очень мягкие и толстые. 3 штуки 27 на 16, 55 рублей. Вантус 23 сантиметра, 79 рублей. Большой выбор дезодорантов, Рексона, Нивея, Леди Спицик, и шариковые дезики есть, Нивея и даже Камей. 149 и 99 рублей. Появилась посуда, это, видимо, с того года, на Новый год привозили, с гномиками. Ложка стоит 149 рублей, тарелочка в виде елочки 199 и блюдо 249 рублей. Все это сделано из доломита. И еще вот такая баночка, 249 рублей. Кружка с крышкой и с ложечкой, называется сердечко. Состав фарфор, ложка сделана из нержавеющей стали. Есть красивые оттенки, сейчас акция 199 рублей. Кружка 380 мл, это серия тарелок и кружек с надписями. Это керамика, 99 рублей. Кружка новогодняя, с того года, 360 мл, это фарфор, красивые блестящие снежинки, 99 рублей. Это уже новинка, это пиала 770 мл, сделанная из фаянса, с перышками, очень аккуратная, 99 рублей. И такая же тарелочка, 20 сантиметров в диаметре. Фаянс 99 рублей. Смотрите, как красиво они смотрятся вместе.
симпатичная мельница и солонка, правда, изготовлена из хрупкого материала. Полистирол, полипропилен, механизм сделан из нержавеющей стали. 99 рублей. Какой же здесь богатый отдел кухонных аксессуаров. Здесь небольшая проходимость, поэтому здесь все есть. Решетка для мойки 29 сантиметров в диаметре, сделана из полиэтилена, 24,70. Москва. Корзина кухонная навесная, 28 на 12, все черного цвета, это серия Loft, 199 рублей. Подставка кухонная угловая, нержавеющая сталь. Я вчера вам все это показывала, но этот магазин только что привезли. 249 рублей. Подставка на стол 20 сантиметров в диаметре, сделана из пробки, 79 рублей. Очень красивая. Малюсенькие терки сюда также привезли, нержавеющая сталь, 27,50. Конечно же, сюда привезли ступку с пестиком. Посмотрите, какой цвет шикарный. Сделаны они из мрамора, который не впитывает ароматы. 349 рублей. Корзина для хлеба, углеродистая сталь, чехол сделан изо льна. Белые есть и черные, 199 рублей. Тарелочки из керамики сюда также привезли, однотонные, с такими вкраплениями. 20 сантиметров, керамика, 79 рублей. Очень красивые цвета, особенно зеленые. И большие тарелки 27 сантиметров также сюда приехали, 149 рублей. Салфетка на стол 20 сантиметров в диаметре, рогоз узколистный, 149 рублей. Бутылочки для масла маленькие по 99 рублей. И большие бутылочки для масла, они из стекла, 149 рублей. Пресс для чеснока сюда также прибыл, нержавеющая сталь, ручки сделаны из полипропилена, 149 рублей. Новогодние игрушки я снимала на Клантай 24. Вот такое украшение подвесное. Мягкие они, объемные. Стоят 79 рублей. Ретро игрушки елочные. 79 рублей штучка. Они в коробочках. И мне вот этот очень понравился. Это гномик почти 30 сантиметров высотой. Посмотрите, какие колпачки красивые. Мне понравился в золотом колпачке. И вот такой белый. Со снежинками. 249 рублей. Друзья, спасибо за внимание. Идем дальше. Скоро уже подойдем к Дворцовому мосту. К Дворцовой площади, к Эрмитажу. Вот уже Эрмитаж виднеется. Вот Дворцовая площадь справа. И мост. Дворцовый мост. Вот он, красавец. Эрмитаж. Теперь мы пойдем по набережной, Дворцовой набережной. Теперь уже Дворцовая набережная до Летнего сада пешком. Я с вами прощаюсь, друзья. До завтра. Гуляйте без меня, любуйтесь. Всего вам самого хорошего.
Васяня. Извини, я тебя разбудила, маленькая моя. Прости, прости.